ветряные мельницы, деревянные клумпы, выдержанные сыры и вкусная селедка. Все это можно увидеть и попробовать в Нидерландах. И сегодня мы приехали, чтобы посмотреть два аутентичных поселка. Это Валендам и Маркин. Здесь можно прочувствовать настоящую атмосферу Нидерландов. Свое путешествие мы запланировали на 2 дня и в первый день начали знакомство с Валендамом. Сюда обязательно нужно приехать, чтобы увидеть аутентичную рыбацкую деревню, проникнуться духом старой Голландии и познакомиться с жизнью и бытом голландских рыбаков. Валендам расположен всего в 20 километрах от Амстердама, и сюда легко добраться на автобусе. Мы же приехали из Бельгии на автомобиле и были приятно удивлены бесплатной парковкой. Мы только приехали в Валендам и сразу первым делом увидели сырную фабрику, мануфактуру. Поэтому первым делом зашли сюда и пробуем, дегустируем сыры. И здесь такой вот большой магазин. Прямо в магазине сыров находится вот такой музей, где показано, как раньше варили сыры. Здесь можно посмотреть, как производят сыр голландские фермеры, увидеть оборудование, узнать немного истории сыроделия и, конечно же, приобрести сыр, а также различные соусы к нему. Если судить по количеству туристов, то главной достопримечательностью Валендама является его набережная. Здесь многочисленные магазины, сувенирные лавки, кафешки и рестораны. Фотоателье, где можно сделать фотографии в классическом нидерландском платье, в башмаках. Вот так это будет выглядеть. При всем своем туристическом характере Валендам полностью хранит свой быт, традиции и аутентичность. Жизнь за пределами набережной тихая, спокойная и размеренная. Зачастую улицы просто пустынны. Гуляя по набережной, набрели на вот такое вот кафе с вафлями. Здесь огромный ассортимент самых различных вафель. Себе же мы заказали стробвафли. Это вафли с карамелью внутри и с различными топпингами. А для любителей солененького можно заглянуть в Fish & Chips и попробовать различные морепродукты, а также фирменную селедку. Да чего же здесь красивые домики! А каналы и разводные мосты добавляют еще больше романтизма Валендаму. Под вечер мы снова отправились на набережную, но только чтобы посмотреть на нее уже со стороны. А затем мы пошли заселяться в наш рыбацкий домик. Выглядел он очень симпатично. На первом этаже была гостиная и кухня, а на втором этаже 2 небольшие спальни. А еще в Нидерланды мы приехали, чтобы отметить день рождения моей сестры. И в этом домике у нас получилось организовать очень уютный семейный праздник. На следующее утро мы отправились в Маркин. Туда можно добраться 2 способами. С Валендама на пароме, цена туда-обратно 17 евро. Или же на автомобиле за 20 минут. Деревушка Маркин небольшая, ее население составляет около 2000 человек. И с 13 века после наводнения ее территория оказалась изолированной от материка, что обусловило появление особых обычаев, диалекта, а также костюмов. В середине 20 века к острову была построена дамба и автодорога, по которой теперь добраться до него можно, как автобусом, так и машиной. Главной достопримечательностью Маркина является прогулка по его улицам и осмотр уникальных домов, которым сотни лет,
большинство из них 17 века. Обязательно загляните в музей кломпов. Кломпы – это традиционные голландские башмаки. Это и музей, и одновременно сувенирный магазинчик. Можно сразу прикупить себе что-нибудь на подарок. А также посмотреть, как проходит процесс изготовления обуви. Вход абсолютно бесплатный. И еще можно заглянуть в комнату, где воссоздали аутентичную обстановку голландского домика. В прошлом в Мартине занимались скотоводством. Это была одна из главных его деятельностей. Но через некоторое время почва стала сильно истощаться, и жители этой деревни стали заниматься рыболовлей. Теперь же главный промысел этой деревни – туристический бизнес. Сюда съезжается масса туристов ежегодно, чтобы посмотреть на аутентичный стиль, который сохранился именно в Мартине. Друзья, я надеюсь, вам понравилась наша прогулка в Валендаме и Мартине. Пишите в комментариях, хотели бы вы сюда приехать, а возможно, вы здесь уже были, тогда обязательно поделитесь своими рекомендациями. Поддержите мой канал лайком и подпиской, и желаю вам увлекательных путешествий!